Что? Новая карта в Among Us? Да нет же, это еще один крутой мод, где Among Us'ы попали на фабрику игрушек. Кстати, а лайк не игрушечный, если что. Так что ставь лайк и подписывайся. В этом моде Among Us'ы просто хотели сделать красивую фабрику игрушек. Ну и само собой, у них это вряд ли получится, потому что импостер — это злой робот-убийца. Его задача — остановить игроков всеми возможными способами. И для этого у него есть очень крутые скиллы. Он может стрелять из базуки, отправлять динозавра-убийцу и даже ездить на смертоносной машине с острыми лезвиями. Победа уже близка, и импостеру удалось захватить разум игроков. Он заставил их сделать самопожертвование во имя своей фабрики и спалить себя дотла. Ну а у меня в Телеграме уже есть бета-лаунчер для этих крутых модов, поэтому заходи, качай и играй.